Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал Катарина Влоги «Обычная жизнь в Германии». Ребятки, я жду к себе в гости своих внучек. Я обещала им печь печеньки. Кому интересно, оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Варь сахарную пудру. Высыпай сюда. Полстаканчика, да? Высыпай, высыпай. Теперь Софийка высыпает. Выливает одно яичко. Молодцы. А теперь мешайте сначала Зуфи. Ауа! Мама! Ауа! Мама! Помешал. Нет, стоп. Теперь, Мария, высыпай сюда. Вот так вытаскивай все. Опа. И теперь я могу мешать. Подожди. Теперь можешь мешать. Давай по-русски с бабушкой говорить. А ты держи вот так. Давай бабушка поможет. У меня такое ощущение, что мало сахарной пудры. Мы добавим еще, потому что бабушка любит сладкое, да? Yeah. И вы, конечно, и вы. А мы все высыпем. Что тут мелочиться, да? А ты по-русски с бабушкой говори. Говори, что ты хотела сказать. На, мешай теперь. Можешь держать больше? Давай. Ты будете липко. И все, давай мы с Мари теперь помешаем. Давай, Мари. Давай. Мешай хорошо. А на гамоле это высыпать муку? Вот, смотри, у нас тут одна кукурузная мука, вот эта, а вот эта пшеничная мука. И мы сейчас ее, на, помешай ее. Все. Все? Я помешала. Все, помешала? Смотри, высыпай сюда ванилин. Высыпай, высыпай. Вот. Молодец. А на яблоку? Давай я тебе сделаю корицы чуть-чуть. Все, да, теперь мешай. Это корица. Давай. А теперь по одной ложечке добавляй. Сюда добавляй. А ты мешай. Зуфи, корица это цинк. А цинк это сахар. Вот, умнички. Подожди, ей тяжело мешать. Дай-ка бабушка поможет чуть-чуть. Подожди-ка, мы сейчас лопаточку возьмем. Подожди, лопаточку, подожди. На лопаточке мешайся. Давай теперь все высыпать и мешать аккуратненько. Мешайте. Что тебе не дают, зайка? Ты еще маленькая. Я вот не могу мешать. Подожди, подожди, бабушка совсем вот чуточку мы соды положим. Теперь мешаем. Давай быстренько бабушка сделает. Выключай пока. У нас тесто полежало, и теперь мы скатали шарики. Смотрите, у меня вот бутылочки есть. Бутылочку опускаем вот сюда. Какао. Теперь берем вот такой вот, вот сюда в ручку, раз, и чуть-чуть вот так. Видишь, грибочек получается? Вот такие грибочки будем делать. На, вот это тебе. Так, правильно, Мари. Теперь смотри, вот, давай. Хватит? Ой,
Ой, смотри, какой грибок у тебя поплыл часы. Молодец, Зуфи, молодец, сложите. Понравилось? Давай, бери сюда. И теперь бабушке в ручку. Хватит. Бери сама, только по-русски говори, по-русски. Мочи. Молодец. У меня, то есть, тебе нужно? Ладно, я в зале. Поиграй. Молодец. Вот так красиво Мари сделала. Давай. Мама. Умничка. Бери один, Марика, бери один. Молодчинка. Только сильно не дави, слегка надо. Видишь, она в бутылочку упала. Не надо, мамочка, кушать, они еще сырые. Опа, какие красивые грибочки ты делаешь, да, внученька? Молодец, Зупа. София, тут уже некуда ложить, ты вот сюда ложи. Вау, вот так, правильно, Мари. Молодец, София. Вот так ты правильно делаешь, Мари, да. Сильнее бутылочку опускайте, чтобы было коричневое тут. У них, у грибочков, вот тут внутри коричневое, да? Все? Молодцы! Все. Вот такие печеньки у нас будут. Сейчас бабушка их в духовку положит. Все, Мари, мы сделали. Дорогие друзья, кому понравилось наше видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. А мы вам желаем хорошего настроения. Всем пока и до новых встреч. Спасибо, что были вместе с нами.